Всем привет, дорогие друзья! С вами, как обычно, Паша Влайсин, Лёха Зел, и сегодня мы играем в группу «Зоя МГ» GTA 5 онлайн с рубрикой «Эксперименты». Всем здорово, чуваки! Ребята, сегодня в серии мыслях и собрали только самые лучшие и крутые спортивные лего-тачки. Ну и, друзья, для вас мы собрали лего-персонажей. Это, ребята, Джокер, это Бэтмен, ну и также есть у нас другие супергерои. Есть у нас Халк, есть у нас Железный Человек, есть Человек-паук, есть Капитан Америка, есть Дэдпул, Флэш. Это просто жесть. За таких персонажей, пожалуйста, влепите лайк. И, ребята, сегодня все эти крутые персонажи будут тестироваться на эксперименте лестница, где зеленый, желтый, синий и самый жесткий красный уровень. И сегодня мы посмотрим, какая же тачка или же какой персонаж сможет забраться на самую высокую ступеньку. И, друг, реально, ну влепи ты лайк этому ролику. Ну за таких-то персонажей ну грех не поставить лайк. Так что давай, ставь лайк, подписывайся на мой канал, делай красной кнопочкой подписаться, серой, потому что видосы выходят каждый день. Ребята, в 14:30 выходит новый ролик. Так что, ребят, давайте сейчас же ставим лайк. Кто еще не подписан на мой канал, подписываемся, делаем еще раз красную кнопку подписаться, серой. Красного цвета не должно быть вообще. И, ребята, я желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита. Но мы погнали! Ребята, мы же готовы начинать нашу рубрику, когда уже тестировать эти лего-тачки и лего-персонажи. Но перед этим, ребята, нам надо определиться, кто какую сторону будет тестировать. Вот правую и же левую. И, Леха, давай скидываемся на камень, нож, бумагу. Так, ребят, я вот думаю, еще бы написать, чтобы Леха сегодня победить. Ну-ка, вот это лучше написать или же... Ладно, давай, я готов. Давай. Раз, два и три. Пау! Ножницы, ладно, хорошо. Второй раунд. Ладно, давай, второй раунд, я тебе точно победил. Давай, раз, два и три, пау, бумага. О, да, камень я поставил. Сегодня, я сегодня побеждаю, да. Выбирай. Так, ну ладно, ребят, смотрите, я сегодня победил, поэтому я выбираю, так, сторону персонажей и тачек. Так, ну смотрите, ребят, тут у нас есть Джокер, Халк, так, Дэдпул, Флэш. Джокер. Так. Тут у нас что, Бэтмен, стоп. Ребята, вот Бэтмен, это же мой самый любимый супергерой. Блин, наверное... Все, я выберу вот красную сторону тачки. Вот по-любому, ребята, потому что тут краски Бэтмен. Что такое? Я с Джокером похож, это мой братуха, мы с ним заодно будем. Да, реально, смотрите, фиолетовый костюм у Лехи и фиолетовый костюм Джокера. Прикольно. И улыбка. Но, да нет, фигня полная. Вот, ребята, Бэтмен мой самый любимый супергерой. И, друг, давай вот сейчас же ты спустишься в комментариях и напишешь своего любимого супергероя. И давай так, вот какого супергероя ты напишешь, вот такой супергерой у нас появится в следующей серии. Так что, ребят, давайте спускаемся в комментариях и пишем вашего любимого супергероя. Человек-тачка! Давай. Ладно, давай уже возьмем наших первых, ну, не персонажей, но первые тачки. Это, ребята, у меня Лего Бугатти, а у Лехи Лего Порш. Ну, сравним, что будет круче. Ну что, Леха, ты готов? Давай на счет три. Раз, два и три. Полетели! Бугатти быстрее! Бугатти-то по-любому быстрее, чем твой Порш. Тихо, аккуратненько. Аккуратненько, смотри. Так, ребятки, давайте быстрее поднимайся. Блин. Ай, ты чё, офигевший, блин, там хотел мне еще, ребят, подпинуть. Ничего подпинуть. Я не хотел. Да, конечно. Так, ребят, давайте на шестую, могу на шестую. Могу колесами поделиться на крыше запасные. Не надо. Мне пока что они... Мне нужно... Ай, ты... Внезапный челлендж. Сможешь ли ты поставить лайк за 3 секунды? Раз... Два, ставь лайк быстрее, и три, стоп! Мне кажется, то, что внезапный челлендж, это самая жесткая штука, и все не смогли поставить лайк. А если ты вдруг каким-то боком успел поставить лайк, то напиши в комментариях. Мне даже интересно, кто успел поставить лайк за 3 секунды. Особенно внезапно, блин! Ты что сделал? Ты что сделал с моей Бугатти? Ой, капот отвалился. Ай, капец, ребят, так давайте быстрее поднимаемся. Лего Бугатти, давай, оу! Спасибо тебе огромное. Это я хотел по твоему капоту, я по тебе заеду, Ты чё? Ребят, это как бы... Машина рампа! Вот две ступеньки перелетел, он офигевший! Так, ребят, мне кажется, это читерская тактика! Ну реально, за такие трюки поставьте лайк, это было реально очень красиво! Так, Лёх, давай, я тебе сейчас догоню по-любому... Да я ж Лего Бугатти, ты чё, я быстрая ты тачка! Ты не Лего Бугатти, я Лего Бугатти! В смысле, я Флейсин, но у меня Лего Бугатти, я быстрее, бам! Ну-ка, может, давай, заново! У меня вон багажник сейчас оторвётся! Так, ну-ка, может, по-лёгке попробуй заехать. Ой, капот давай. Отлетел. Так, капот, это хорошо. Так, давай, это мой капот. Это мой, я его первый видел. Бам! Ай, блин, не, ребята, капот.
по капоту даже не получается ехать. Так, ну-ка давай. Реально не получается. Капец, что-то бриз нужно. Вот Олега-тачки забирается. Да я стараюсь. Так, ребята, нет, друзья, все же 9-я ступенька тут обеспечена по-любому. И, ребята, наши Олега-тачки остаются наравне. И давайте уже. Да ты. Боже мой, ребята, еще скинул меня. Ладно, ребят, получается, эти тачки остаются на 9-й ступеньке. И давайте перейдем уже к следующим персонажам. Ну что, ребята, наши вторые на сегодня персонажи. У меня это, ребята, супергерой Бэтмен, мой самый любимый супергерой. А, боже мой, Джокер, ты чё? А, ты чё, понимаешь? Я защищаю закон, я защищаю город. На тебе вот так ударь. Ребята, сейчас мы будем тестировать наших супергероев. И, ребят, напишите в комментариях своего любимого супергероя. И, Лёха, раз, два, три, побежали! Все быстрее! Ой! Ты чё, блин, ты? Смотри, что у меня есть. Тихо. У меня молотовы взрываются какие-то коктейли. Аккуратней, ты чё, блин, делаешь так, ребята? Я лучше буду отходить. Офигеть, Джокер крутой. Не надо так делать. Ну да, Джокер крутой, злодей, но все, ребята, Бэтмен круче, он быстрее, чем Джокер. Потому что я лучше, давай удачи. Так, ребят, быстрее бежим. Какой удачи, я сейчас тебя кину что-нибудь. Конечно, тихо. И, ребята, уворачиваемся, пошел нафиг, не трогай меня. Так, ребята, быстрее. У меня есть канистра бензина, заправлю, хочешь тебя? Да, не надо мне твоя канистра. Так, ребята, бежим быстрее, бежим. Все. Ой, кто-то уже чё, на пятой ступеньке. Я сейчас буду самым первым. Давай, чё, конечно. Чё? О! Нифига себе! Ты, как это куда сделал? Лежал? Суп, я чуть не а был. А я не скажу, я понял, как это сделал, я не скажу. Подожди. Суперспособность. Ребят, смотрите, у него суперспособность. Ой, у меня подсветка зеленая даже есть, смотри. Розовую тачку. Офигевший. Так, ребят. Это тачка Джокера. Что ты нажал, суп? Аж так. Блин, ребят, что он нажал, еще не был. Так, ну-ка, Опа-на. Ой, Джокер. Это нечестно. Ребята, слушайте, а вот эти суперспособности, это реально очень крутые тактики. Мы можем забраться выше, а я еще могу пострелять по тебе. Вот так, бам-бам-бам. Это нечестно. Мотор тебе сломаешь, чтобы ты там не забирался. Так, ребятки, давайте забираемся на 9-ю. Блин, ребята, реально поставьте лайк за Лего персонажа. Это ж реально очень круто. А глаза у Бэтмена еще светятся. Офигеть, ребята, это реально светится. Очень же. Да, светится, ты че? Офигеть, ребята, сейчас одна. У меня нормальная тачка Джокера забирается. Да? Ну, о, давай, у меня давай. Пулемет есть. Какой еще пулемет? Еще не понял, в смысле? У тебя пулемет. Так, ребят, давайте газуем, а то мало ли что. Ой, нас все обстреляют. Ты что там взрываешь? Так, давай, давайте. Давай, иди сюда. Блин, что-то нифига не забирается. Так, ну-ка я тебе еще раз повторяю. Так, бам-бам-бам. Ага, у меня пулемет-то крутые. Так, ребятки, давайте еще на 12-ю. И... Нет, друзья, у нас не получается. Получается, ребята, у меня остается тачка на 11-й ступеньке. У Лех, там какая у тебя машина это осталась? Или что там? Я себя взорвал. Какая ступенька? У меня 8-я. Понятно, 8-я. Ну, ребят, давайте уже перейдем к нашим следующим тачкам. Ну что, ребята, следующие на сегодня тачки это, ребята, Лего Макларен против Лего Феррари. И сейчас мы сравним, что будет круче. Давай, Леха, я тебя просто уничтожу. Давай, раз, два и три. Полетели. Let's go. Так, ребята, что? Феррари рулит. Блин, Феррари быстрее. Хотя нет, вот Макларен тоже хороший. Давай, ой, забирай. Давай, оставайся там. А, блин, ребятки, что-то все плохо. Макларен мне вообще ужасно. Не забирается. На тебя. Давай, ты... Офигевший, ребят, так давайте его догоним. Сейчас отомстим и скинем тебя давай, тоже. Давай, отомсти. Блин, ребят, только у меня что-то Макларен вообще не забирается. Так, уйди отсюда. Так, давайте, ребятки, давайте моя забираемся. Дорога. Да, это моя дорога. Так, ребят, блин, что-то вообще Лего-точки фигово забирается. Они низкие, они так, спортивные. Ну, давай. Опа. Куда? Нет, назад, давай назад. Вперед, капец, ребят, да, это просто жить. Так, ладно, ребятки, давайте. Вот я выберу разгон, и сейчас у меня по-любому получится все. Так, ну-ка, ай. Да, блин, нифига не получилось. Передом думаешь? Ну, я не знаю. Ладно, ребят, давайте. У меня есть тактика. Вот так, бам! И пай! Ну, такая блин, фиговая тактика. Нифига не получается. Что за бред? Ну-ка, может, по Лёхе проехаться? Раз, два, три, по какому Лёхе? Давай! Отстань, зажал меня в лепёшку. Ты слишком высокий. Так, ладно, ребят, давайте делаем еще две попытки. Если не давай, получается, а я по то... тебе проеду. Остается... Ай! Ты, блин, да хватит толкаться, у меня уже капот отваливается. Так, ну-ка, ребята, давайте, ну, задом. Не, ребята, наши тачки остаются на 6-й ступеньке, ребята. И давайте, ребята, уже перейдем к следующим персам. Вот так-то! Ты чё, офигел? Капец, ребят, ладно, тогда Феррари забирается на 7-ю ступеньку. Это просто жесть. И, ребят, давайте же перейдем к нашим следующим персонажам. Ну что, ребята, следующие Лего-персонажи у меня, ребята, это Железный Человек, а у Лёхи это жесткий Халк, офигеть, который еще прыгает. Это жесть, ребята. Но все же, ребята, пишите в комментариях, у кого какой любимый супергерой. Потому что, вот, например, у меня на втором месте вот это по-любому Железный Человек. А у меня Халк на втором месте. Нифига себе. Ладно, давай
протестируем, кто будет круче и кто выше забираться. Раз, два, три, погнали! Так, я вроде умею летать. Как летать? Да, летать не умею. Блин, ребят, какая-то подделка. Он умеет прыгать. Ты что, я тебе сейчас ударю? Я по башке треснул. Ты что, блин? Да, сильнее железного челобрека. Конечно, ты челобрек. Бунгало! Офигеть ты, блин, реально Халк просто жесткий, ребята, ёлки, поставьте за него лайк. Я мега высокий прыгун. Ну, слушай, Лёх, мне кажется, то, что мой железный человек по-любому будет круче. О, что, смотри, я придумал, у меня тачка, может, будет. В смысле, тачка? А нет, не работает. О, слушай, точно, ребят, надо на Е нажать. Ну-ка, вот так нажимаем и вай! Лёх! Лёх, ты пока! Ты куда делся? Лёха, пока! Лёха, вай! Ты где? Ребята, я умею летать, оказывается, слушай, иди, мне кажется... Иди куда-нибудь, там, в море, да, в океан. Давай, да, в смысле, я пока море? Залезу. Да, давай, значит, ну-ка, ребят, давайте искать Лёху, сейчас мы его по-любому найдем и собьем. Вон, на, смотрите, мартышка такая бегает. Вай! Ой, как он странно летает. Я не мартышка. Давай! Сейчас, ребята, главное в Лёху приземлиться и как-то его ударить. Так, ребят, давайте его выслеживаем. Давай, опа, так, тихо, ребята, давайте, долетаем, на Лёху, вот что так сложно долетать на нем, ё-моё, стой, давай, ай, блин, ё-моё, ребята, что-то фигово он летает, ладно, ребята, давайте, ты мартышка, слышь, ты мартышка, на тебя по жбану сейчас треснул, ты че, офигел, так, ладно, ребят, давайте, полетели, короче, ребят, на красную ступеньку, как раз-таки, ребята, сейчас мы займем красную ступеньку и посмотрим, как Лёха у нас забирается, все, ребят, я на красную ступеньку, реально, ребят, поставьте лайк за железного человека. Офигеть, я не думал, что он вообще будет летать. Так, Алёха, а ты там как я на 22-ю прыгаю. На 22-ю? Нифига себе. Ну давай, сейчас мы посмотрим, докуда ты сможешь максимум забраться. Так, ребят, смотрите, на 30-ю забрался. Офигеть, иди сюда. Не получилось у кого-то. В смысле не получилось? Что, не сможешь? Да, все. Не-не-не, ребята, все. Мне кажется, Лёха остается на 30-й. На 30-й ступеньке. Ладно, последняя попытка. Ну ладно, давай, хорошо. Сейчас с помощью турбоускорителя. Турбоускорителя, что? Вообще никак. Что за турбоускоритель взял? Ладно, ребята, остаемся мы на 31-й ступеньке. И давайте переходим уже к следующей тачке. Ну что, ребята, следующий и последний на сегодня Лего тачки. У меня это, ребята, Лего Мини Купер, а у Лёхи... Кабриолет. Тоже какой-то кабриолет Мини Купер. Сейчас мы посмотрим, что будет круче. И Лёха, раз, два, три, погнали! Так, ребят, давайте газуем. Ой, у тебя колеса крутые. Да, у меня реально колеса, посмотрите, спортивные. Реально крутые. Да у тебя тоже неплохие. Так, ребят, но мне кажется, что я буду выше. Let's go! Аккуратно, тихо, ребят. Блин, капец, как сложно. Так, ну-ка, я вот догнал уже Макларен. Я тачку погнал. Нормально такой. У меня что-то отвалилось. Капец, ребята. Так, ладно, давайте забираемся. Какие детали? Да, блин, в смысле, у меня еще что-то отвалилось. Давай издевайтесь. Так, ладно, ребят, давайте. Ты как забрался? Легко и просто. Ладно, ребят, блин, давайте по детальке. Ну-ка. Не, нифига не получается. Да, ё-моё, что так лего-тачки фигово забирается. Так, ну-ка, раз, два и три. Бам! О, давай. Да капец, не у меня машина. Живого места не осталось. Кстати, реально, да, у Лёхи вообще там что-то с тачкой вообще все плохо. Но, ребят, надеюсь, что я победю. Давай, забирайся, ну-ка. Ай, нифига не получается. Ладно, ребята, да. Я попытку номер один делаю. И раз, и два, и три, Лёха, давай по тебе. Ай, не, да нифига, нифига не получается. Ладно, друзья, я остаюсь на 6-й ступеньке. А, Лёха, что, у тебя получилось или нет? Никак. Не получается. Ладно, друзья, давайте же перейдем к нашим следующим персонажам. Ну что, ребята, следующий персонаж у меня это, ребята, Человек-паук, ребята. Это тот самый костюм, вроде как из Мстителей Финал, а у Лёхи это Дэдпул. Блин, крутой, да. Наверное, жесткий. Но, ребят, сейчас мы проверим, кто будет круче. Раз, два, три, погнали, Лёха, все, побежал. А, ты что с ножом? Так, ребят, не-не-не-не. Это мачете. Да, конечно, мачете. Давай, значит, я попрыгал. А я не умею. А ты вот просто быстро бегаешь. Ну, зато у тебя есть бессмертие у персонажа, хотя и так. Да, я бессмертный. Но это не понадобится нам, ребята. Блин, это реально. У меня мечи еще сзади есть, сзади. О, кстати, да, вот мечи, это реально круто. Но мне кажется, даже Человек-паук все же круче, потому что у него, ребята, еще... А это что у тебя за желтые каракатики? Это вообще-то его спецкостюм. Ты еще не знал, такой железный... Спецкостюм сантехника. Какой сантехника? Не, это железный Человек-пауку, так сказать. Гоблин. Да какой гоблин? Не, железный не. Гоблин, реально. Да нифига подобного. Кстати, ребята, не забываем писать в комментариях, какой ваш любимый супергерой. И, возможно, вот если ты вдруг напишешь там, например, супергерой Росомаха, то в следующей серии появится Росомаха. Так что давай, нифига пиши тебе. В комментариях, какой твой любимый супергерой, а я поднимаюсь наверх. И мне кажется, давай, кто-то будет... Давай максимально вверх.
вверх. Давай, давай. Я, мне кажется, я на красный заберусь. По-любому. 28-я ступенька, ребята. Так, забираемся. 29-я. Нифига себе. 30-я. А ты там, кстати, на какой, блин, застрял? Или... А, тебе даже да, блин, где? Это жесть. У меня ты вообще где капец. Там? Ты вообще где, ё-моё? Ты... На синем уровне, вот я стою на 19-й. Ой, давай удачи. Так, ребята, я на 31-ю. Давай, коробкайся. Блин, ребята, давай, что-то получается. Давай, ты не сможешь. Так, ребятки, как-то надо закоробкаться. Ну-ка, давай, давай, давай. Эй, так, блин, не получается. Что, не получается? Ну, что-то нифига. Так, ребята, нет, я с Халком не хочу. Ну-ка, может, от Халка как-то отпрыгнуть. Эй, Халк, помоги мне, пожалуйста. Опа! Помогай, Халк, не надо. Не, ребят, не получается. Ладно, 30-я ступенька у меня остается у Дэдпула, 19-й. И, ребят, давайте перейдем же к последним персонажам. Ну и последний на сегодня персонажи. Это, ребята, у меня Капитан Америка. А где Леха? Где Леха? А, ёбать, нифига ты быстрый. Блин, ребята, Флэш, ну ладно. Раз, два и три. Полетели. Ты меня даже не увидишь, я да мега быстрее. Я тебя вижу, у меня щит, я тебя вот так ударю. Ай, ты чё, иди сюда. Так, ребят, давайте, у меня щит Капитан Америка. Бам! Ну ты чё, офигевший? Я формула давайте. Один. Бам! Ты формула, блин, я 2. С гиперскоростью перемещаюсь, ты меня так, даже не конечно, видишь. Конечно, я тебя вижу, вот так бам. Ай, блин, ребят, ну попасть все же не могу. Ладно, ребят, давайте. Я супер солдат, я, в принципе, быстро бегаю. Давай, и сейчас... супер солдат, супер бабулька. Да в смысле супер... Слышь, ты супер бабулька. Так, ребят, давайте. Я даже быстрее тебя. Давай, ай. Да, блин, я же все реально быстрее. Я тебя погнал. Ну-ка, может, как-то... Блин, надо его как-то ударить. Надо его, ребятки, как-то ударить. Тут надо бежать на него и кого ударить. Кого собрался ударить, я буду уворачиваться. Да, конечно, иди сюда. Ребят, давайте. Бам! Ай, блин, реально не попал. Да ё-моё, так давайте, бам! Ай, блин, тоже не попадаю. Ладно, давайте забираемся. И сейчас, ребята, ну-ка, надо его как-то вот... Ну я быстрее в миллион раз. Ну, кстати, да, вот, ребят, то, что Лёха быстрее, это реально, это капец какой-то. Но мне кажется, то, что я заберусь по-любому выше. Так, давай, ребят, давайте, давай, забирайся быстрее. На крышу. Да, конечно, заберусь. Кстати, ребята, не забываем писать своего любимого супергероя в комментариях. Вот у меня, например, это Бэтмен. Вы видите, Бэтмен, да, и прикольненький такой. Вот, так что, ребята, а где пишите. Аквамен? А, я не знаю, может, кто-то и в комментариях напишет Аквамен, и он появится в следующей серии. Так что, ребята, пишем там Аквамен, и там всякие различных супергероев, и они появятся у нас в следующей серии по эксперименту. Так, Лёха, давай, я здесь let's загоню. Let's go, я улетел. Ой, забирайся. Не-не, так, ну-ка, как тебе в щит-то пульнуть, блин? Так, ты как, не сможешь, ну-ка, ты мои дела. Блин, ничего нету. Так, ладно, давайте догоняем, Лёха, потихоньку. 17 ступенька. Давай, гиперфлэш, гиперскорость. Давай, давай, ща догоню, ща догоню, ребятки, ща, 18-е. Пока, пока вверх залезь. Опа, пока. Так, ребят, давайте мы перегнали. А ну иди сюда! Не заберешься! Так, ребят, давайте на 19 сейчас заберемся и давай! Забирайся! Забирайся! Так, ребят, давайте прыжок, прыжок, может, не завязался. Опа! У меня не получается! Капец, ребята, у меня 18-я ступенька, а у Лёхи 17-я. Ха-ха, все же на одну нижу. Так, да я спешу, спущусь, я тебя ударить хочу. Так, не считаю, вот так, бам! Давай, я ты что, бам, тебе щитом вот так по башке. Все, ребята, забираемся обратно. И, ребята, получается, это были последние персонажи. И давайте посмотрим итоги сегодняшней серии. Ну что, ребята, получается, сегодня в серии у нас забирается на 31-ю ступеньку Железный Человек. На втором же месте у нас, ребята, вот этот Человек-паук с жесткой броней. И, ребята, вот такой вот Халк. И третье место, ребята, занимает... Так, а кто у нас на третье место-то занимает? Что-то непонятно. А, получается, третье место занимает у нас Дэдпул, 19-я ступенька. И, друзья, если вам данный ролик понравился, то, пожалуйста, поставьте лайк. Поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, сделайте красную кнопочку подписаться, серый. А также не забудьте написать, какой ваш любимый супергерой. Вот каждого проверен. Ну и, друзья, также с вами был Лёха Жил. Подписываемся на Лёху. Ну а с вами был Флейсинг Жил. Всю ночь. Всем пока, народ! Всем пока, чуваки!